Продолжаем выпуск. Наша задача – успеть за прогрессом. Об этом заявил министр науки и высшего образования Саясат Нурбек на открытии 5-го юбилейного Нобелевского фестиваля в Астане. В течение 3 дней 14 лауреатов мировой премии будут обсуждать, как сделать глобальное образование и науку доступными в каждом уголке мира. Пока качественные знания в вузах получили не более 500 миллионов человек из 8 миллиардов населения планеты. Как можно больше гибкости дать нашей системе образования, чтобы она могла учитывать те изменения, которые происходят на рынке труда, могла учитывать новые запросы промышленности, бизнеса, могла учитывать новые технологии. Поэтому в целом задача сейчас таких стран, как Казахстан, не только там успевать за тем прогрессом, который происходит, но и попытаться встраиваться в этот прогресс. На фестивале любой желающий может напрямую задать вопросы лауреатам Нобелевской премии, руководителям международных компаний и другим участникам. 5-й Нобелфест пройдет на казахском, английском, турецком, китайском, арабском, узбекском и русском языках. В нем смогут поучаствовать более 500 человек.